В Сургуте стартовал Кубок города по футболу. На старт вышли 17 команд, в их числе действующий победитель команда «Газпромтранс». В прошлом году в финальном матче газовики лишь в серии пенальти одолели «Союз» и «Промстрой». Это шестой розыгрыш почетного трофея. Дважды его обладателем становился клуб «ССМ». По разу кубок выигрывали «Нефтяник» и «Комсомольскнефть». На этой неделе завершится стадия 1/8 финала. В воскресенье определят 8 лучших коллективов, которые продолжат спор за главный приз.